Ближайшие два дня в Чувашии могут стать самыми холодными с начала лета. Дневная температура составит всего 15-20 градусов тепла, а ночью воздух будет остывать до плюс 5. Но уже со среды столбики термометров снова поднимутся выше 20-градусной отметки. В ночь на четверг ожидаются ливневые дожди, и температура поднимется до 30 градусов. В воскресенье, по прогнозам, к нам придет антициклон, и примерно на 2 недели установится жаркая сухая погода.